В Италии выставляют на аукцион редких баранов. Таким образом, власти собираются сократить госдолг и укрепить финансовое положение страны. Бараны разновидности муфлон находятся под угрозой исчезновения. Их привезли из Корсики и Сардинии 20 лет назад. Эти животные обитают в горах и лесах, но в последнее время стада значительно разрослись. Так, в течение ближайших недель муфлоны уйдут с молотка. Власти региона просят 146 евро за особь мужского пола и 86 евро за ягненка.